Всем привет, с вами Сам. И сегодня я скажу, что произошло в мире. Ну а мы начинаем. Власти Казахстана усилят меры против COVID-19 с 25 декабря по 5 января. Жесткие меры предотвращения распространения COVID-19 предприняли власти Казахстана. Период новогодних праздников с 25 декабря по 5 января. На этот период в стране введен запрет на проведение массовых гуляний, в том числе новогодних утренников и корпоративов. Мария Магдалена, о-хо-хо, талайдың арман едің, о-хо-хо, жүректің болған емі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Популярные браузеры заблокировали сертификат безопасности в Казахстане. Корневой сертификат, используемый в Казахстане, заблокировали все популярные браузеры. Сообщение о блокировке сертификатов 19 декабря опубликовано из сайта Mozilla. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.